Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Миранда, счастливого полета! Спасибо! Крылышками тяг-тяг-тяг-тяг и вперед по нашему шоу! Представители этого вида обычно не поют. Они либо катаются на велосипеде, либо танцуют. Встречайте, Няш! Няш! Дон Жуан с плюшевым сердцем. Успел проявить себя как настоящий артист с глубоким внутренним миром. Шаг за шагом он приближается к главному призу, который так ему необходим, ведь в зиме в берлоге надо срочно делать ремонт. Няш идет по проекту, не изменяя самого себе. Настоящая золотая классика с легкой ноткой шансона. Как всегда, все самое любимое и только для вас. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Обаяние, ну, безмерное, которое есть в этом персонаже, конечно, он нас всех подкупает, и мы просто поднимаем руки и хотим ему сдаться. Мне кажется, что скрывается думающий абсолютно гениальный человек за этим. В моем ретро-чемоданчике еще очень много золотых шлягеров, которые я обязательно хочу донести до вас, уважаемые жюри. Отвечал постепенно, я отрекся от всех мелочей бытовых, и теперь каждый вечер на эту арену вывожу дрессированных тигров своих. А? И тигры у ног моих сели. А? И с лестниц в глаза мне глядят. И кружится на карусели. И в обруч горящий летят. И в обруч летят. И с хлыстом подхожу к ним, и с ласковым словом репетирую дважды в течение дня. Только тигру не ясно, что он дрессирован, потому-то и шрамов полно у меня. И тигры у ног моих сели. И с лестниц глаза мне глядят. На карусели. И в обруч горящий летят. И в обруч летят. Выпадают минуты свободные редко. И вчера, и сегодня, и завтра аншлаг. Но когда заходить мне не хочется в клетку, об себе говорю я и делаю шаг. И тигры у ног моих сели. И с лестниц глаза мне глядят. И кружатся на карусели. И в обруч горящий летят. И в обруч летят. Очаровательные тигрята. Тигр отправляется обратно в клетку. Я должен сейчас выступить
в роли шпрехштолмейстера циркового и объявить: уважаемая публика, перед вами выступал потомственный няш запашный. Абсолютно безопасный няш. Кстати, мне показалось, что это единственный дрессировщик, которому можно впасть, голову засунуть. Вам не показалось, уважаемые члены жюри, что наш няш увлекся вот этим тембром с уклоном в шансон? Такой некий такой панда-шансон. Немножко есть однообразие тембральное, но я хотел бы особенно отметить и поблагодарить няша за то, что выбрали именно эту песню. Потому что эта песня Владимира Петровича Преснякова и Юрия Федоровича Маликова. Подтверждаю. Да. Как неожиданно хитер оказался, да, наш хитер, участник. Ну, знает, как найти, так сказать. Я просто растрогался, потому что эту песню в детстве пел коллектив моего отца, «Самоцветы», в моем детстве. И, по-моему, Михаил Боярский. Михаил Боярский, да. Песню спел, да, это был... Он и придал хита своего рода вот такое звучание, на мой взгляд. Да, скажем так, манеру исполнения, в которой была исполнена песня. Может быть, поэтому няш и взял эту песню, потому что манера как раз похожа. Да, няш Боярский. Тоже в шляпе, обратите внимание. Вадим Павлович, а первый раз эта песня была исполнена 1 января 1984 года в телепередаче «Новогодний аттракцион». Вот вам исторический факт. Вот так. Но тебя поразила песня? Что ты первое, что тебе пришло в голову, телек? Три девушки лучше. На кошках. Просто я увидел больших кошек, тигров, у меня первая мысль вот такая пришла. А вообще, позвольте спросить, в этом номере у нас няш дрессировщик, а в жизни вы поддаетесь дрессировке, уважаемый няш? Да я сам кого угодно задрессирую. А кстати, няш, а кого из людей вы хотели бы дрессировать, а? Ну, вот этих прекрасных кошечек в жюри я бы, конечно, попробовал. Немного Саша в смятении, да? Да мы просто лишились речи обе сейчас вообще от слова совсем. Ну, пусть пока Даня, может быть, скажет. Да нет, потом подумаем. Данил, как думаешь? Даня, руби! Тебе когда-нибудь медведь говорил сидеть? К счастью, нет. Я думаю так, что внутри этого медведя есть очень много голоса, абсолютно другого. И это все как бы просто... Я тебе скажу больше, в нем сидит енот. Нет. Нет, номер на самом деле очень крутой, вообще без вопросов. Но вот что касается однообразия манеры, что ли, исполнения, которое у нас из раза в раз происходит, конечно, хотелось бы уже чего-то поменять, даже если вы хотите нас запутать. Кошечкам хочется разнообразия, дорогой няш. Буду стараться. Уважаемый няш, я от тебя лично желаю, чтобы, ну, скажем так, при учете всех вот этих вот замечаний от нашего жюри, они имеют право делать эти замечания, что все будет, как говорится, исправлено, поправлено, и мы увидим в следующий раз тебя уже с другим номером, с другим голосом, совершенно в другом амплуа. А сейчас, друзья, давайте пожелаем няшу удачи.